Чё, всем привет. Продолжаем играть. Дверь открываем. Так, клавиши у меня не работают, да? Да. Проходим Сакрет потихоньку. На. Нафиг я с ним вступил в бой. Вообще. Так, этот чувак что-то... Или забаговался, или черт его знает. А, да, провалил задание красненько. Убили этих чуваков. У меня, ну... Я предупреждал. Так... Кстати, о птичках. Давай этого призовем. Бум. О. Неплохо. Так. Это что такое? Так, вот это сюда штуку пригодится. Тут столько этих гоблинов, твою мать. Мне их как-то бить вообще не очень охота. Но люди тоже есть. Нормально, конечно, их этот яд долбит. Угу. Смотри, он даже не среагировал. Так, по-моему, где-то здесь меня убили тот раз. Если я не ошибаюсь. На. Так, нападали рунки, пару рун. Все мне надо. Все мне надо. Побольше, побольше, побольше рун этих. Да, меня, похоже, здесь тот раз где-то и положили. Вот так вот я бежал, у меня банк. Ну, банок не осталось. Все. Так тогда. Иди. Шикарная, ну, ловушка, так скажем. Так, вообще по дороге мне, по дороге и заходим в город. За корону Анкарии. А-а-а. Всё, что очканул. Ага, так не прокинешь. Здесь начинается валун. Земля полная тайн.
Валлум, да. Че вы все меня идете бить? Угомонись, чувак. О, другое дело. Ну так-то да. Снова ко мне бежит. О, дали по башке. Бывшие рабы моего народа. А этого Вилбура я должен охранять. С арбалетов кого-то стреляет. Ты в него хотел? Давай стреляй. Давай. Офигеть, а. На нах. Так, окей. Я выполню ваше поручение. 5 брусков. Железо надо. Ну, вот первый есть. Да. Как слабо, конечно, бьет у меня еще он. Темный эльф, а ты что хочешь? Я выполню. Птичку тебе надо, да? На пикнике у берега реки рубашку посеяла. Ну поищем что? Почему нет? Так, вот эти баночки эликсира тоже пригодятся. Опыта. Наставника, по-моему, да. Наставника. Так, ну меч нормальный. Херли говорить. 3200, выносливость. Можно в него вот эти попробовать кольца вставить. Через кузнеца. Щит тоже нормальный. Угу. 13% атака. 9 к атака. Так, это скорость дает. А, ну подожди, шлем. Давай возьмем такой шлем. Ага, сейчас надо еще сделать, а хватит ли денег? Там же он, по-моему, берет бабки за слоты, за вот эти вот. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Так. Да, он 4000 берет. 4500. Ну, зато шлем нормальный. Ну, движение, правда, он сокращает, ну, что поделать. И два кольца. Все, я, мне чуть-чуть не хватает на эту. На руну, чтобы руну поменять. Ну ничего, набьем сейчас. Ты что тут стоишь? Найти мою карту помоги. Не знаю, вижу по твоим глазам, говорит, что ты сможешь помочь. Вот, пожалуйста, эти маленькие гады. На них сейчас нафармим деньги. Ну, наверное. Чего-чего там булава командира? О! Не понял. Так. Телослужение, восстановление особых ударов оно придает. Вот это крепче.
Не намного, зато дает. Так, ладно, ну придется так сделать. Давай кольцо вытащим это. Да ладно, что там того кольца? Продам его и деньги у меня зато. Бруски железа. Так, еще дайте, вон орк воин ходит. Давай его сейчас прибьем. Ну вот и брусок железа. Не отходя от кассы. Квест сделали. Хорош. Уровень был, да, телосложение. Так, так, так. Пять шестьсот. Нормально. О, еще кто-то есть. Ургалук. Все, кто встанет на мою... Сразимся? Почему нет? Засейвимся. Вообще, да, вот сюда, наверное, пойдем вправо сначала сходим. Ловушки все злее бьют и злее. Темные мысли Багамута. О, на темного эльфа. Выносливость, баллистика. Ух ты. Это повезло. Коллекционный предмет выпал. Надо же. Так, можно еще одну, да, сделать руночку. Любимая рубашка, вот она. Идем сразимся против этих предводителей. Я сам тут болото кислотное создам целое. Посмотрим, как они тут. Ну вот и все. Этот вообще зассал, чувак. Ха-ха-ха.
тестостерон. Где он? Параметры нападения. Ну не давай, ладно, возьмем одну эту штуку. Все равно не пользуюсь. Вот этой вот. Может быть, эти ловушки будут посильнее бить. А, и все. Быстро. Давай, давай, иди сюда. Так, все вроде. А, ну это вроде все, это доложить надо о выполнении. Пойдем за потерянной картой, сходим. Тестостерон. Может, как баф и это, и будет иметь смысл брать его. Так, там уже красные орки по уровню. Пятнадцатый. Гоблин-шаман с луком. Первый раз такую жесть вижу. Моя броня слишком плохо защищает от огня. Карта. Броня крутая, ну да, защита, конечно, у нее уже подседает. Это придурковатый гоблин, реально. Ого, у него здоровье отъехало. Фух, так полоска ушла четко. Так. Сюда телосложение, ловушки сделаем, давай одну в телосложение положим. Истребитель орков. Такс. Тут, по-моему, еще кто-то, да? А, нет, далеко. Далеко. Нифига. Ого. Чувака вальнули. Тем не менее, взрывная бомбочка появилась.
Вот она. Да, у нее урон сильно растет. Аптечка. Она, в принципе, далеко. У меня инвентарь, в принципе, практически полный. Надо продаться. Сейчас заберем аптечку и нормально будет. Да? Да. Погнали. Да, вот эти две ловушки, мне кажется, на максимальном уровне прокачки надо держать, и все, они как вспомогательные средства. Очень шикарно работают. Блин. Да, и лучше, конечно, заранее кидать. Кинул так пару-тройку и пошел, пачку согрел. Типа этого что-то. И все. Вот это жесть, а. Ужасно им сильно отнимает этот яд. Так, может быть, еще одну рунку где-то набью, надыбаю сейчас. Вот здесь. И боевые навыки, и ваш лук помогут нам сдерживать темных эльфов, которые будут нас преследовать. Надо торопиться. Мои братья не простят меня. Что? Того, что о чем ты говоришь вообще? Отверг темных эльфов. Так, аптечка, да, это была в сгоревшем домике. Окей, чё. Эликсир возьмем. Угу. Так, да, вот нашлась штука эта. Пошли. Thank you.
Первый есть квест. Так, на. Она ж две руны дала, угу. Бездонная яма и адреналин. Адреналин что там дает? Улучшает параметры защиты. Угу. Боевой пулес, пояс. Уриэль. Для Серафимы нужно. Все, да? А, нет. Карту потерянную надо отдать чуваку. Туман. 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 Создает густой туман. Теряет друг друга из виду. Опа. Вот это интересно. Значит, туман этот прокачивать также надо. Все, во владение оружием кинем. Физриген. Так, окей. Что там по уровню? 15 уровень. Плохо. Сейчас мы тогда и возьмем еще тумана, да? Или нафиг он не нужен? Такс, ядовитый туман. Блин, брать туман такой или не брать? Ладно, давай возьмем. Где он? Туман, вот он. Блин, вот он. Три штуки возьмем тумана. И сейчас проверим на тех гоблинах. Двадцать три секунды стоит этот туманчик. Откат 1.7. Ты в натуре работает, они не видят меня. А вот так? Иди сюда. А, не то я кинул. Так, только 17 уровня уже видит. Понятно, надо... Так, какие-то глюки в этом тумане происходят непонятные. В общем, этот туман надо держать выше уровня мобов. Вот эти желтенькая полоска... Не видят уже, что здесь происходит в тумане. Ну, посмотрим. Чик-чик. О, 23 тысячи, правда, стоит. И все, он не видит. На. Так, давай возьмем, ладно. Нет, стоп. А если сюда поставить его, например, еще что-то, неплохо ж будет. Скорость 24, 5. Чуть покрепче.
Угу. Так, вот так. Теперь куда вообще топать надо? Вилбур. Туда, к нему. Ну чё, я думаю, что тут я серию закончу эту. Вот, почистили портовалом, квеста неплохо подкачался. Вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.